рассматриваем тот же самый момент подтягивания ноги в позиционной борьбе, только с коротким клинком, ну или с длинным клинком. Опять же, если идет перестрелка, не глубокого входа, достаточно подтянуть ногу, вернуться, подтянуть, вернуться. Оттянулся, вернулся, оттянулся, вернулся со смещением, оттянулся, вернулся со смещением. Одно из хороших упражнений, подводящих, заставляющих работать переднюю ногу и возврат, это работа по ногам. То есть оппонент пытается ударить по ноге и сразу же разорвать дистанцию. Заставит работать обоих. Во-первых, его как самую дальнюю цель заставит сделать длинный выпад и сразу же разорвать дистанцию, нагружая правильно ногу, чтобы не вязнуть. Меня же это заставит именно убрать ногу и перейти в контратаку. Как более длительный вариант, это можно стараться делать обоюдно. То есть туда-сюда, туда-сюда, черноком. Давай попробуем. Ты в ногу, я в ногу. Раз. То есть постепенно в этом челноке мы начинаем уже добавлять забор и смещение в нужную сторону. Впоследствии, опять же, это будет удобно делать в любых вариациях контратак, когда идет атака либо в корпус, либо в ногу. Я забрал и спокойно вернулся. Если рубящий, например, в голову, но, повторюсь, это будет работать только в случае позиционной борьбы. Если противник жестко входит в клинч, это плохая тактика, очень проигрышная. Там надо уходить задней ногой.